Сегодня Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. С этими праздниками всех дагестанцев поздравляет временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев. В тексте, в частности, говорится: «Дети – самое большое счастье и богатство, и для ребенка нет ничего важнее любви и заботы родителей. Главная задача родителей и государства – поддерживать ценности семьи, формировать у юного поколения бережное отношение к родному языку, дому и традициям, помогать детям успешно реализовывать себя в учебе, творчестве и спорте. Пусть в каждом доме звучит детский смех, и каждый ребенок будет согрет любовью и заботой взрослых. Желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и всего самого доброго». Конец цитаты.